это Ксюша, это Полина. Так-то я, смотрите, вот. Это, короче, это коноблок. Паша, смотри. Паша, смотри, ребят, тогда я сделаю. Ребята, это коноблок. Паш. Блин, рукожопу. На. Ребят, это коноблок, я Мураев Павел, это планерная. Это планерная, да? Правда, у меня немножко что-то с волосами. Кстати, короче, это все он. Ксюша, Полина, Катя и Вика, по-моему. Лиза, да. Присядь мне на рэперок, по-пацански. Пятки оторвал, уважение потерял. Вот, смотрите. А это, короче, Лиза. Она главный пацан. Как делается? Мне наплевать. Это, короче, Лиза, это главный пацан на районе. Я больше дай. Пацан, чем ты, йоу. Ну как это говно можно пить? Это же Боржоми, его спонсор 1 января. Ну понятно, бухим это Катя. Не понять. Она, короче, меня знает только по рассказам Манды и все. А кто это? Это коноблок, ребят. Год. Блин. А здесь все будет перевернуто, ну ладно. Типа, хуже, чем Мишина, никто не снимал. Мишина вообще как ногами снимала. Тихо, стой, погоди. Это нет, не Мишина была, а я. Это Полина. Свое лицо снимала. Полин, поистери. Полина, пожалуйста. Полина, успокойся, пожалуйста. Полина, пожалуйста, успокойся. Полина, я прошу. Я там уже льется. Полина, успокойся, пожалуйста. Внимание, это ребят, Полина. Ребят, стойте секунду. Извините тебя за плохое качество, но это, как бы, сколько там, 11 часов ночи. Паш, я Павел. Ты не Павел, ты Паша пока что. Я Павел Муравьев, как бы, и мы... По-моему, идет дождь. По-моему, мне холодно. По-моему, я Павел. Но это уже совсем другая история. Не, подожди. По-моему, я Павел, но это не точно. Да, но это не точно. Возможно, я Сергей. Может быть, да. Мой папа. Ребят, мне страшно. Я ухожу, я убегаю, короче. Только, ребят, не, я убегаю. Ребят, извините, пожалуйста, но здесь очень страшно и льет дождик. Я не знаю, где они. Я слышу их голос, но я их не вижу. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шансов, мусоран! Я, короче, это будет... Это будет наш новый, короче, будет новый... Это, короче, будет новая рубрика... Да, давай. Прикалы с павшей. Павшей. Прикипшей. Прикалы. Ну, на самом деле, короче, будет... Ты хочешь под крышу пойти? Называется будет... Короче, сделай отдельную... Паша приколист. Папку. Не папку, а плейлист, короче. Делай отдельный плейлист в Ютубе. Типа, ну, соревнования, да. Типа... Что-то там есть. Ну ладно. Ну, без тебя. Хватит! Я за вторую рубрику Мураев Павел. Скажи мне, а это если ты еще сейчас соплю, как Феромир пустишь. Да, да. Ребят, на самом деле, короче, а знаете... А Феромир? Ребят, короче, на самом деле, я вот джилинг. Честно вот отвечаю вам. На самом деле, у меня нет зуба, видите? Ты вообще дурак. Зуба, я вот джилинг. Это уже какие-то 15 странных фактов. Это, короче, фактов обо мне. Да, я, короче, на самом деле, я, короче, вот честно, если обо мне... Ты слишком часто говоришь, короче. Нет, если, честно, если обо мне, то я смесь Ларина... Нет, не Ларина, даже... Фига ты себе льстишь. Ларин хуесос, не надо. Не, я картавлю. Смысл, а что это значит? Я картавлю. Ты не картавишь. Я ж картавил! Тысяча извинений, ребят. Пожалуйста, тысяча извинений. На самом деле, потом, короче, поставишь рейтинг 16+. Ага, 18. Нет, просто можно... Один. Вот, стой, дай договорю. Давай. На самом деле, это я смесь Ларина, но не фига Фирамира. Соса. Так, ничего не изменилось. Как было качество, 720 осталось. Вообще-то Full HD 1980. Что, уже устала? Тысяча. Вот накачаешься, будешь как я. Видишь это? Качок. Очень. Что это? Очень. Это с велосипеда упал. Так, короче, смотрите, вот это вырежь из видео, короче, это сделать будет отдельное, короче, все Паша. Смотрите. Итак, меня зовут Муравьев Павел, я родился 01.09.2000, я родился 1 сентября, родился ровно в 10.00 вечера. Мне так повезло, да, всем это интересно очень сильно, но я же ведь Павел. Так, я... Что я... Родился в 1666 по знаку зодиака, он черт! Нет, это на самом деле все не обо мне, это на самом деле все деле о Полине, точнее, ладно, Егоре Тарасевиче, это уже в другом видео. Неважно. Короче, ребят, смотрите, я провел все свое детство в Ярославле, я так-то живу в Ярославле, просто у нас здесь Москва, планерная. Просто у нас здесь Москва, мы ее построили. Да. Не, вот. И самый прикол начинается с того, что... Погодите. Самый прикол начинается с того, что когда я пошел на конюшню.
Это было где-то примерно в 11 лет. Мне мама, моя мама сказала, что я пойду на конный спорт через ее труп. Через неделю я занимался на конюшне. Через ее труп? Не, она просто сказала, если ты хочешь заниматься... Да, можно открывать. Если ты хочешь... Нет, не хочу. Если ты хочешь... Ты не хочешь для своих тела. Ну. Ребят, если ты хочешь заниматься на конюшне, то ты пойдешь... Ты сейчас промахнулся? Нет, я сказал, если ты хочешь заниматься на конюшне, то тогда ты придешь на нее через мой труп. В итоге через неделю я занимаюсь конным спортом. Ты убил ее? Нет, я не убил ее, она просто осталась жива, она сдалась, она просто сыкло. Ладно, нет, ну в принципе, твоя тетя и твоя мама. Почти под крышу, да. Вот, что еще про Пашу? Самый трэш сейчас, когда я начал заниматься конным спортом, это было в 11 лет. Тогда я уже был очень известным, потому что у меня оба родителя занимались... В канале. Да, меня тогда снимали и обозвали Мураевым. Да, ну как бы меня в 11 лет меня уже снимали, и я очень много... В 13 лет? В 12 лет я поехал на Россию, это было очень весело. Мои первые старты конечно, были... Конечно, весело, потому что там была я. Да. На самом деле... На самом деле, короче, у нас все было так. Я поехал в 12 лет на Россию, это были мои первые старты. Я занимался меньше, чем полгода. И тогда я встретился с Ксюшей. Ксюша очень, кстати, даже хороший человек. Конечно! С ним очень можно... С ним очень можно хорошо общаться. Видите, какая она добрая. Вот. Что, типа, вали отсюда? Нет. Весь следующий... Вот теперь можешь. Вот, короче, смотрите. Да, вот теперь можешь. Ладно, да извини меня, пожалуйста. Я постою. Вот, да, это как бы вообще как бы создатель этого канала. Да ладно, и монтировщик. Да, и монтировщик. Кстати, это маленькая арматура. Ребят, вот, и... Мои первые соревнования были выездные. Это было... На вербе, да? Это да, я тогда выступал на лошади по кличке Верба. Это кобыла, очень даже хорошая. Это были очень топовые соревнования. Да, кстати, это были... Мои первые соревнования были, во-первых, международные. Во-вторых, там было... Это Россия была. Это были международные соревнования. Ты не ехал. Ехали другие люди. Вот, ребята, мы спорим на канал. Все, мы поспорим. На что мы спорим? Мы спорим на канал, на твой. Похож. Ладно, я не хочу сказать. Паша лох. А ты знаешь, что ты говоришь? Ладно, постараюсь. Ты же хороший человек. Первые соревнования были так-то международные. Так, все, это мой рассказ. Это моя жизнь. Я, если что, подтвержу. Вот, это были международные соревнования. Это была Конаково. Правда, меня Конаково было очень весело. 2013. Это было, да, в 2013 году. Было, знаешь, что весело? Когда Верба пыталась проломить жопой проход к Оскару. Да, и там, видите, сзади Полина. Потом я познакомился с Ксюшей еще на наших стартах, но... Когда я сахаром тебя кормила, да. Твоего коня кормила. Да. И вообще, мою кобылу. Ты знаешь, что он сделал? Не кобылу, а взгляда. Знаешь, что он сделал? Он наехал на меня, то, что я говно, то, что я его просто выигрываю постоянно. А, это да, это и да. И в эти же старты я выиграла первое, второе, третье место, а ты был четвертым. Мне не хватило одной сотой, поэтому я очень сильно люблю автора этого канала. Ладно, я, видите, вот очень это сильно... Это правда! Очень сильно я люблю автора этого канала, видите, прям, обожаю. Так, это виноградная конфетка. Так-то это виноградная конфетка, так ничего. Просто у Ксюши очень... Отошла! Очень, просто у Ксюши... Ты за шифера раньше всех! Слышь, всех спалила! Слушай, помолчи. Смотри, просто, понимаете, у Ксюши очень субъективный взгляд на алкоголь. Она думает, что виноградная конфетка — это алкоголь. Видите, она ест алкоголь. Вот, потом... Следующие мои старты — это... Ты зачем снимаешь свой лоб? Вырежешь это. Потом, короче, я просто не смотрел в камеру. Потом, следующие мои старты — это было... Что у нас было следующее? Ксюша, какие у нас следующие старты были? Планерная. Планерная — это самые охрененные старты. Конечно. Это Конаково. Человек сидит за стойкой, смотрит на... Это, понимаете, планерная — это просто... Это топ. Если собираются все здесь... Выездка, конкурсы, трейборцы. Это просто... Это топ, потому что, знаешь что? Потому что ты чуть не умер в этот день. Тебя Таня чуть не убила. Что, не помнишь? Ты сломал себе позвоночник об мой пластырь, сломал мою раскладушку. Можешь отойти на секунду? Чего? Ребята, стой, ребята, во-первых, я был не бухой, во-вторых, я этого не помню, честно. А, нет, я вспомнил. Он пел про голого мужика. А, песня была еще такая, типа... Кто залезает метан на машину? Да, кто залезает метан на машину?
Вот, и что у нас дальше? Вот планерный — это самый топ из топов. Потом Кострома! Здесь мы покупали селедку. Это было вкусно. Они жали селедку с Леной, короче, на балконе, они вытащили, короче, стол. Да. Эти селедки. Мы, короче, работаем сейчас на живую аудиторию. Да. Вот, мы работаем, вот, сами так... Ты слышишь, что 657 человек посмотрят это? Да. Ребят, 657 человек, ну ладно, это уже другое. Потом была Кострома. Кострома — это просто самое душевное соревнование. Стой, погоди, дай, это моя история. История одного Павла. Не, вот, потом была Кострома. Кострома — это вот самое душевное соревнование, честно. Костромил обосрал Литингот, когда оттерся об стену. Под песню, я тебе сейчас даже скажу какую. Какая песня была? Сердце. Нет, другая. Он терся вот так об стену. И ему сказали, что свинья. Нет, я тогда терся об песню. Милая, не ржи, я купил тебе 3G. Это не эта песня была. Да? Ну да, это, да. Милая, не ржи, я купил тебе... А он еще пел про памперсы для вербы. А, короче, милая, не ссы, я купил тебе трусы, но только каждую часть не ссы, что для меня трусы. Ребята, я был маленький, мне нужны были деньги. Вот. На лечение пора деньги. Да, у меня шизофрения. Знаешь, что такое шизофрения? Но это уже совсем другая история, да, Паша? Да. Почему? Просто у меня, видите, здесь вот здесь, видите его? Кого? Ладно, ты мне ничего не говори. Ну просто это Арсений, и он говорит мне что-то всегда на ухо, я это делаю, стараюсь, ну ладно. Вот почему. Нет, так-то у меня так-то два внутренних голоса. Это я, у нас куча компания целая, так-то мы каждый день. Ты каждый день сам с собой там разговариваешь. Смотри, короче, я, Арсений и. Главное, чтобы твоей подруге была Вячеслав. И Андрей. Блин. Ты не угадала. Куда ты дел Вячеслава? Да он его замочил. Так, ты если не знаешь, Вячеслав мешал нам жить. Мы сидели спокойно. Разговаривали. Да, разговаривали. И вдруг он пришел с водкой. А я сказал же, я ведь ЗОЖ, ребята. И он такой сказал, нет, Паша, я тебя спою. Ну это же совсем другая история. Там где-то с коньяком хавает. Да. И у него камера. Как бы это будет, она сделает видео про это. Хочешь? Это планер, ребят. Это коноблок, это история одного Павла. Он хочет, а я не предлагаю. Ребят, это история одного Павла. Так, что у нас дальше? Потом следующий год. Следующий год также была Конакова. Не, Конакова, кстати, не было. Конакова была, меня. Да, мы ездили в Ибицу. Ребят, мы ездили в Ибицу, извините за руку. В смысле мы ездили? Мы ездили в Ибицу следующий год. Мы? А, ты ездил, да, точно? Ты не ездил никуда. Ребят, короче, извините, конечно, можете подписаться там на одного чувака, не точнее, выдавайте друзья. Короче, Андрей Крушинов, топовый чувак тоже. Трейборец. Это Димкин любимый. Раздавите кнопку одобрения. Уйди отсюда. Да. Поставь это до начала ролика. Раздавите, я в конце ролика. Раздавите кнопку одобрения. Знаешь, в скобочках, знаешь, поставьте лайк. Я не знаю, что это. Раздавите кнопочку одобрения, как бы, ну, лайк, типа. 58 минут, давай там. Окей. Смотрите, ребят, что... Ты о своей смерти будешь рассказывать? Нет, я сейчас расскажу до этой планерной, это просто весело. А, ну давай. Потом у нас была битва. Ребят, короче, потом у нас была битва. Особенно, я прошу тебя упомянуть тот факт, туда мы ездили. Я не люблю больше всего в своей жизни. Какой? Ладно, все, молчите. Я вырежу это. Да когда вы встречались? Нет. Ты ничего не... Паша! Вот. Паша! Паша, поставьте это в начало ролика. КСК, который я видел, вот точно считаю планерной. У меня так-то есть топ-3 моих любимых КСК. Ты мне рассказал про то, как ты в Костроме это звездил, и как тебе подарили плюшевую игрушку. Это же совсем другая история. Давай быстрее. У нас получается то, что топ-3 моих самых любимых КСК. Это пенопера... Ты номер 15 по конному спорту города Рыбинска. Дизлайк, отписка! Ладно, шучу, это тоже вырежешь. Ладно. А какие твои любимые породы лошадей? Да жопка вылья. Ну конечно же гнедые.
мастер. Знаешь, они какие мастеры, так я сказал, что... Ты сказал породы. А породы? Ну, я даже... Стой. Ну, конечно же, тракены. Тракены, правда? Почему? Ты достал. А почему же? А на самом деле это... Конечно же, точнее, это тракены буденовские. Стой, а почему же? Во-первых, они одни из самых техничных лошадей. Во-вторых, это одни из самых более активных лошадей. Поэтому они мне нравятся. Да, мы ничего не будем делать. Это что за бред? Возвращаемся, короче, обратно к немного о Павле. Немного? Ты уже на час, наверное, там... Ну, вырежешь, ладно, половину. На полчаса, там будет уже 5 частей, у тебя сразу 5 выпусков, 5 солдатов. А, точно. Не, расскажи про каждый год одновременно. Типа, Павел 2000... Как менялся Павел Муравьев, всем так интересно. Не, стой, 16-й, получается, потом... Все, давай, Павел. Вот, ребят, короче, самый... Да, пора тогда спать, времени уже 12 часов, там уехал какой-то чувак. Завтра вставать 8. Полине завтра вставать 8. Она всех рвать будет завтра. Нельзя такие знаки показывать. Не вот, Полина. Ребят, на самом деле сейчас планерная. Главное, не живите прошлым, живите будущим. Самое главное, чтобы вы просто знали то, что если вы будете жить в будущем, то это будет очень клево. Паша, люди. Паша скрывается. Ребят, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Ну так-то это так-то очень клевый канал, потому что я знаю ее с 2012 года. И мы очень хорошо общались. Поэтому я тут иду как пьяная. Поэтому я этого человека. Потому что ты меня обожаешь! Да, я ее обожаю прямо. Сейчас бы Ксюшу. Персик, ты видно, не. Сейчас бы Ксюшу, да, знаешь, просто сделать. Не, сейчас бы Ксюшу типа обнять. Вот. Только ничего не видно. Блин, что ты такой теплый? Да ладно. Наверное, потому что ты живой. Ребят, да, просто Ксюша рип. Как рэп, только рип. Ладно, ты че. Вот, я ребят. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки на этот канал. Это канал ты очень. Еще не все же. Этот канал очень клевый, так-то. Я смотрел пару видосов, ну как пару. Ну просто я недавно начал смотреть его, потому что он недавно мне скинул свой канал, это как типа. Вот, и как-то. Бормочет. Окей, ребят, всем спасибо, всем пока. Упади? Да. Пошли. Я чай видео. Все ты?